Старушка Грета, все, что услышала сегодня волонтер, было вполне предсказуемо. Как вы уже знаете, к нам в домашний мини-приют собаки Семашка с запланированным домашним визитом должен был приехать ветеринар. Доктор провел общий осмотр и взял все необходимые анализы у нашей новой пополняшки, девочки. Хозяйка Марина Абельдяева дала имя Грета. Это собачка из прошлого поста, которая очень истощенная, с торчащими ребрами. У бедняжки подтверждено бельмо на обоих глазах, а также сильное внутреннее глазное давление. Зрение совсем плохое, и она едва видит. По анализам, которые получили сегодня, все еще тревожнее. Сахар выше в 4 раза, сердце, печень, почки, поджелудочная. Все в очень плохом состоянии, плюс опухоль, операция по которой сейчас даже не рассматривается, так как ни сердечко, ни любой другой орган ее попросту не выдержит. Все это усугубляется возрастом. Девочке уже где-то 10-12 лет. Сами понимаете, особого оптимизма этот фактор нам никак не добавляет. Список назначенных лекарств после такого количества патологий предсказуемо огромный. Первое, алоэ, стекловидное тело, это для глаза. Демиксид для травмированной лапы. Гибтрал и хафитол для печени. Канифрон для почек. Энтеросгель, ЖКТ. Панкреатин, поджелудочная, инсулин. Здесь у нас, конечно, с ним серьезная проблема, пока нигде не может волонтер его купить. И это все не учитывая разных витаминов, пробиотиков и, конечно же, спецпитания, корма для аллергетиков, диетическая пища. Список указаний и предписаний внушительный, предсказуемо будет очень тяжеловато для нашего бюджета. За визит врача анализы уже отдали 2600, и очень пугает, что самые большие траты еще впереди. Настраивает даже совсем не это. Волонтер ведь понимает, что в силу возраста все назначения лечения не сможет помочь девочке полностью выздороветь. Восстановиться, да, достойно без боли встретить старость возможно, но не так много, но попробуем реализовать хотя бы эти цели. Грету безумно жалко, ей бы отдельно отдельный вольер на вечное в личное пользование, с кондиционером и мягким диванчиком, круглосуточный уход и внимание. Старушка ведь это наверняка заслуживает. Что же, будем стараться облегчить и сделать в ее жизни максимально комфортной. Будет делать Марина все, что в наших силах и на что наших хватит возможностей.